Всем привет! Приобрел себе вот такой вот пистолет Дремель 940. Этот Дремель высокотемпературный, подразделение Дремель Bosch, так что должна быть неплохая техника. Из особенного, что здесь можно сказать, провод, который не напрямую к пистолету подсоединен, а имеет специальный штекер, и можно, ну как разогрел, взять его в руки и где-нибудь, где нет доступа розетки, отнести и приклеить. Как видите, увесистый пистолет. Что еще интересного? Кнопка включения-выключения. Температура у него работы 195 градусов. Такая вот серьезная, профессиональная уже штука. Так, ставится, как видите, у нее есть подставка. Открывается автоматически. Нажал, и здесь на подставке есть пружинка. Поставили, подключили провод, и все, и греет. Что еще интересного? Это противокапельная система, то бишь, когда ставить будете работать, он будет стоять и капать не будет. Также на самом пистолете есть надпись Дремель, высокотемпературный. Тут марка его выбита, 940. И с тыльной стороны здесь что, модель. Напряжение 120-240 вольт, 50-60 герц, 12 ватт, 60 ватт, 12 ватт при 100 вольтах и 60 ватт при 240. И сделан он в Тайване. Ну, как вы знаете, уже все делается в Тайване. Что еще в комплекте? Мануал. На английском, не на английском, на всех языках. И отдельно еще на русском. Такая вот маленькая книжечка была. Как дополнение. И еще в комплекте идет 3 штуки высокотемпературных клея. Вот такой вот Дремель. Всем пока!